Я, кстати, накупил себе 30 власти. Блин, я так 15, там столько власти. Власти много не бывает, реально. А, кстати, власть, шутки-шутками. Джек, знаешь, что настольную игру купился? Называется «Игра престолов». Да. Стоит 670 гривен. Это на рубли на 4 умножь. Ну, около 3... Нет, подожди, больше. 6 на 4. 1200. Играешь? Это 2600. Не, она ну, от 3 игроков. Но. Мы будем завтра, послезавтра собираться. Там поле, короче, вся фигня. Тоже жетоны власти, там жетоны этого, короче, армии, там снабжение, все продумано, все вообще там одичало. Ты вообще смотрел фильм или нет? Я не смотрел сериал. Вот, очень жаль тогда. Вот ты должен просто, ты тогда не поймешь. Ну просто классная настольная игра тогда. Посмотри обязательно «Игру престолов». Главное перетерпеть хотя бы 6 серий, потом тебе очень понравится. Да я знаю, меня брат все время подначил. О, это же шикарно, это... А вы сейчас где, кстати, куда поехали? Куда, кто? Вы где сейчас? Ох, я вообще в каких-то кустах. Где ты опять? Там, где кто? Мы с тобой вдвоем, слышь, остались. О, а че это он? Че он скрылся? Он умер. Прям как я. Угу. Так, там супер три опасных парня. Где замороженщика? Тех убил двоих. Он мне в спину пытается нашить, я сховался. Чё ты сзади меня бабахнул? Я думал, это ты бабахнул. Нет, нет, нет. Двоих забрал. А ты сложно поставил? Да. Не ставь больше сложных. Нормально. Ну, в принципе, больше да. Опыта. Ну да, больше, больше приколов. Я должен перезарядиться, мне не насрать. Спецназ. Чувак прямо у трупа стоял. Я слышу, очень, очень, очень мало жизненной силы. Взломайте защиту ноутбука, я займусь. Не пишет, нажмите направо. Оу, оу. Тут что-то сделалось, двери открылись. Что происходит вообще? Сзади. Сзади. И еще раз сзади меня убили. Oh, потрачено. Ой-ой. Мне кажется, у меня проблемы. Да, тебе тоже конец. Мне кажется. Шепард, дай, мадафак, он крикнул, прикинь. Где это, ублюдок? Мне кажется, они бесконечные здесь. Видимо, надо было взломать ноутбук. Говна кусок. Да, они вот появляются. Че делать-то? А, мой компьютер. Внешнее устройство. Чувак, у тебя проблема. Используйте Hack Connect. Чувак, у тебя большая проблема. Выходи оттуда. Я не понял, как взламывать. Я реально не понял, что я должен делать. Все, быстрее, можешь успеть. Нет никого на карте, давай. Там один чувак за укрытием. Так, а что делать-то? Мой компьютер. Внешнее устройство. Hack Connect. Сделайте так, чтобы все 4 числа, выбранные 5, совпадали с показанным наверху. 55-98. Вообще 98 нет. А во, вижу. Где было только что? Все чисто. Я сделал. Красава. Я сломал. Запустите брютв... Настоящий медвежатник. У на л о с к е the unlocked. Дальше что? Запустите. Все. О, все. Че делать? Езжай. Езжай в аэропорт и убей всю банду, пока они тут не забудут взять товар. Че нахер издеваетесь, что ли? Я один. Все мертвы, эй.
Знаешь? Да. Меня вот к этому не готовили. Дело такое. В спецназе. Во, у них какая-то тачка, вон такие есть быстрые. ФБР, дайте нам машину. Уже никого нет! Это она подъехала к тебе. На призрак. Машина фантом. Задачку свои сделать неплохо было бы. Да, это клево. О, проблема. Причем они вообще ничего не попали в меня. Да? Да. И даже красненькие жизни не были. У меня вообще все плохо. Мать его! Все хорошо. Нужно звуковое сопровождение, чтобы я попытался победить. Вот как. Этот ангар на другой половине. Почему меня назад показывают? Все правильно, че тупите? Чувак, а что значит цифра 19 в конце ника? Регион, типа? Нет, просто так цифра 19. Без смысла. Это то же самое, это что 220, походу. Миллиард 50 тысяч раз спрашивали, не собакан ли я и не братин ли я чей-то. Собакана? Да. Это типа регион такой, Абакан? Да, Абакан, ну 19 рус, типа регион. Проблема. Пейки тупые. Ау. Ломают чужую машину. Скажи им, что это не твоя. Ну, ты знаешь, я ее как-то не сам убил. Поэтому... Блин, если у меня GPS власти тыкнул. Нет. GPS тыкнул себе, не? А вот GPS. Ну, поставил себе, куда ехать, или так просто смотришь? Нормально, знаю, едешь, никого нет, впереди никого нет, нормально. Я там почти водителя убил. Давай еще. Нормально, только проверь один. Все, он мертв. А, хорошо. Еще один, что ли? Знаешь, я так понял, их убивать не стоит, потому что убиваешь одни, которые сразу появляются. Просто погоня века мне не туда. Как больно, как боль, какая боль. Какая боль, а тебе еще всю банду убивать. Жопу убил. Нормально. Педики. Все будет хорошо. Буду про него написать, нормально выпиливает. Он охренительный вообще. Лучше, чем ППшка дебильная. Ой, тут какие-то, короче, сейчас вообще зигзаги на карте мне нарисованы. Я насчет этот, сейчас скажу тебе. Есть смысл стрелять с него или с калаша? Я вот не знаю насчет калаша. Потому что я вот так не цеплялся за двери сбоку, как ты. Mm. Я без понятия, насколько это клево. Такое. Долго автоприцель не работает. Но надо ехать аккуратно, потому что если типа вписываешься, то ты видел, меня скидывает нахуй. Да. Так, я вижу вертолет. Украдите кокс. Точку ангар. Ёпа мать. Ты видишь, сколько там их? Тут нет. Просто охереть. Я уверен, что в вертолете как минимум по одному говнику сидит. А вертолет еще и с пулеметами, прикинь. Угу. Ладно, пошел этот рейд. Мимо как? Сдохните. Как там будешь в Transoptimus Prime превратимся и раздадимся им говна? Угу. Вот сейчас будет это без Optimus Prime. Давайте, ублюдки, где посмотрел вы? Монтаж, да? Он нормальный ебашит. Вообще шикарно. Да ёпа мать, ну! Только похоже, что он мой фанбой, потому что там что-то слишком много моих монтажей. Слишком много шуса. Слишком. И разбавить. Ну, главное, коопчики есть и норм. Да.
Так, зря, наверное, так рванул. Все, вообще так же, я бы снайперку не брал. Ну я тачку взорвался, помню. Я бы изначально так побежал. Вот сейчас бы вертолет бы сесть. И. Вон, вижу говнаря. Двух. Говнари! Вот что я пытаюсь тут убить. Он же там просто. Use RPG! I don't have an RPG! Use RPG! I don't have an RPG! Там один стоит, ты видишь? На слева на фургоне. Там влево. Сейчас вот фургон? Этот вот справа вылезет. Или может он в ногу гасанет, я не знаю. Ты только гасанул ногу, он вылез. Что ты думаешь? Я ведь его убил. У меня-то вообще в пол стрелял. Ладно. Это скилл. Видишь, он на фургоне, там чувак стоит замаскированный под фургон. Ты его это походу... половой скилл. Я не вижу никого на фургоне. Вон он вышел справа. А, вон. Он там... Их там до хера. Я тебе скажу. Тан-та-дам, тан-та-дам. Совет, один из этих самолетов тебе пригодится. Тан-та-дам. Ну там вертолеты есть. Так, все это надо идти решать. Там правда еще... Ой, ты что, не упал что ли? Я думал, он там лежит ты в огонь. Знаешь что, не перезаряжайся, я тебе такое посоветую. У тебя потом на хуй выключу. Я знаю, я очень часто перезаряжаюсь. Я тоже, я себя пытаюсь отключить от этого. Ты же, он встает пистолетом, он все станет. Ага. Не-не-не. Знаешь, как у тебя там пулемет 200 патронов, один выстрел, такой перезаряжайся, перезаряжаюсь. Чё, автоприцеливание не работает, что ты так дергаешь? Да я так, сам уже пишу. А. Есть тут кто? Забирай кокаину, мы нахуй. А, как страшно. Не, миссия охренительная. Да, хорош. Сложно. Сейчас поднимаюсь наверх, тут какой-нибудь котик сидит с ножом такой. Привет. Скорее, не знаю, не котик, а кукла такая, не двигается. Да. Ты такой пробегаешь мимо меня, потом оборачиваешься, на раз развернул. О, броник. О, вот это да. Власть дали. Кокаин. Вот сейчас все... О, я так и думал. Они сверху, они сверху, они здесь. Нет, это машины все надо уничтожить. А, да? Да, которые... Нарисовано, блин, стрелочка вверху. Стрелочки вниз идут. А что насчет власти? Мне дали одну власть. Но я думаю, что надо эти все машины согнать вместе. Да, ты прав, там где едут. Да ёпамать. Где кто? Вот можно там... просто сесть в вертолет и расхерачить все живое. Там вылезли, типа, бегут. Здрасте. И прицели не дотягивается. Да, оно тут далеко. А у бота дотягивается. А им норм, потому что тупые читерские ублюдки. Стрелки из первого класса. Откуда? Из машины. У них же из машины автоприцельный. Ох. Я слышу, пульки летят, и такое чувство, как будто они как бы сзади. Я обернулся, еще подглядел. Посмотреть, не обернулся ли я, чтобы посмотреть, не обернулся ли он. Нет. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтоб посмотреть, не обернулся ли я. Ау. Да, это нормально. Нормально. Жжется. Да куда ты спрятался, дебил? Лучшее укрытие просто. Best. Best ever. Думаешь, это как-то отвлечет? Я хочу, чтобы не боялись вообще сюда залезать. Типа такие, а там какой-то психопат взрывает все вместе с собой. Так, 41 уровень. Раз. Это было бы прикольно. Там две машины еще подъехало. Дистанция не та, ты хочешь самолет взорвать. Одному, короче, богу известно, что ты хочешь. Я пытаюсь взорвать самолет. Ты все правильно понял. Ты бог? Бог это ты? Почему 6 пуль в лоб не убивают вас? Потому что ты поставил сложно. И что теперь? Да должно быть сложно. А? Ты смотри, сколько власти лежит справа, ты видишь, убегает? Вообще до хера власти. Это кокс, это не власть, это пакеты, да? Кокса. Типа чем больше кокса, тем лучше? Ну, вообще всегда так работает правило, люди, чем больше кокса, тем лучше. Давай, что ты делаешь? Херачу их надо взорвать.
Вот эти вот грузовики? Ты же херачишь по джипу, зачем? Какому джипу, ты псих? Здесь самолет стоит. А, да, самолет. Только ты что-то не с той стороны по нему херачишь просто. Ну чё он же горит, чё не взрывается-то? Вот горящие не взрываются. Слышь, ещё, ты нормально, ты выдавай, ещё выдай ему немножко, он взорвётся. Мы сделаем всё иначе. Этот ублюдок хочет играть по-жёсткому. Понял. Там ещё и ракетки есть, говорят. Да. Красава. Берете поставщика. Кто здесь поставщик вообще? Так, в жопу их. Вон, по-моему, этот самолет летит. Yes! Доберитесь до Мадраса, чувак. Это охеренная миссия. Да, только надо будет тебе спрыгнуть на парашюте потом. Почему? Это будет эффектно. А, я думал, что ты думаешь, что я не сяду. На доме на фас. Блин, как это клево, столько власти. Сука, еще власть 2-0. Сука, еще ракет. Это бесконечно мне. Да? Еее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 ee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 
рвутся красиво. Как на вертолет взорвали. Они не до низа, да, долетают? Потому что похоже, что они взрываются на расстоянии определенно. Ну, как ракетница четвертая летает. То есть она летит, если слишком далеко летит, сама взрывается. Ну это фигово, лучше бы оно до низа долетало. И сейчас в небоскреб пока говорим. О, да! И все. Я думаю, ты по 9 даст. Самое тупое, что самую дебильную часть задания ты выполнил. Остальное смотрел. Ну я броню не купил, мне больно было очень. Прыгай. Прыгай! Уи! И открывай, долетишь как раз до него. Столько... Если ты сейчас врезался в свой же вертолет со своим же парашютом, я бы просто ржал. Фак, да, чит, стой! На! Прям челюсть! Ты что, умер? Я сдох! Что, бля? Что, серьезно? Я тормозил как мог! Я тормозил! Я-то снял! Это будет лучше просто. Не убивай меня. Пожалуйста. Ты сам себя должен убивать. Ты что сделал? Мы там так, ну.